осенью 2017 года в городе Астрахани произошло закрытие троллейбусного движения. Троллейбусы – это экологически чистый транспорт большой вместимости, в котором остро нуждаются различные слои населения. Сейчас наступил 2018 год, наступила весна, и астраханцы с новой силой будут бороться за сохранение троллейбусов в городе Астрахани. Сейчас ведется активная работа не только по сохранению троллейбусов в городе, но и рассматриваются варианты развития троллейбусного движения.